Небезразличные люди приходят на помощь врачам и тяжело больным пациентам. Речь о тех, кто переболел COVID-19, а после, не раздумывая, отправился в Национальный центр переливания крови, чтобы сдать плазму для спасения людей, которым сложно самостоятельно побороть коварный вирус. Мышечные боли, жар, затем исчезновение вкуса и запаха. После этих симптомов Игорь Третьяк понял, что стал жертвой нового коронавируса. Об этом он сообщил семейному врачу, сдал тест на вирус, результат которого оказался положительным. Мужчине повезло, его самочувствие не ухудшилось, и он справился с болезнью дома, соблюдая предписания доктора. Кредиам инициаль дексистенция вирусулой, кредиам рекомендерили медичелу дефамилии инчаркам с... Респект тати мысури лишь рекомендерили дати ди ауторитет, сенс купериализировал инфектат шиев. В отличие от других, он перенес болезнь намного легче, а выздоровев, решил помочь тяжело больным, которым сейчас как никогда нужна доза плазмы крови. Шанс, чтобы победить болезнь. Зива, амвеницу донес плазмы. Амвеницу донес сенджела рекомендария медику леди фамилии, допочам финиса тратаменту. Nu m-am lăsat foarte greu convins, înțeleg care este scopul și consider că este un scop nobil. Fiecare persoană care are posibilitatea poate să vină liber să doneze. Este absolut inofensiv, pentru mine tot prima dată. Месяц назад и Вячеслав Друци переболел инфекцией COVID-19. Он также легко победил болезнь, лечился на дому, а после выздоровления решил сдать плазму. Он призвал других последовать его примеру. Dragi bărbați, veniți și donați plasmă. Este simplu și în afara oricărui pericol salvați vieți omenești. Плазма крови от пациентов, переболевших COVID-19, помогает тяжело больным людям подняться на ноги. Доза действует как вакцина, так как в ней содержатся антитела, необходимые для борьбы с вирусом. С начала пандемии в больницы по всей стране поступило более 1800 доз плазмы выздоровевших людей. Большинство из них, 600 доз, поступили в Республиканскую клиническую больницу Тимофея Машняга.